очень-очень жесткие. Пока можно передохнуть, пока повтор идет. Ну, короче, с вами Дейдар 2, а не один. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Он превратился в Зигфрида? Что за... А, или я им просто сломал щит, что ли? О, это был легкий раунд. Я играю на высоком уровне сложности, пока не на супер высоком. Я типа еще учусь, как бы пытаюсь. Ой, ой, ой. У! Так, нолик. Давайте нолик. На. Получай. Бум. Еее, поперло. Я начинаю понимать, как играть. Классно, кстати, перс вот этот грох. Блин, нолик. Пусть будет нолик. Нолик почему-то у меня чаще срабатывает. Уее, сломал его. Вот тебе. Прикольно, что видно, что это Зигфрид. Дай порядку, прототиписа тебе в душу. Пафос. Странно, что ачивки не выпадают. Еще ни одной ачивки не выпало. Хотя я играю в аркаду. Возможно, не нужно играть в аркаду. Может, надо что-то другое пройти, я не знаю. Я еще не видел ни одной ачивки этой игры. Я хотел посмотреть на стратеги, но стратег не работает. Итак, Грох versus Ксиньхуа. Ксиньхуа, надеюсь, правильно я произнес. Вы, если что, не уничтожайте. О, классная арена, можно выкинуть. Не сдерживайся, я сдержу тебя сам. Вот он, момент истины, я в игре. Он Ксиньхуа, ее зовут? А это Грох. Оу! О, она мало снимает, кстати говоря. Но она быстрая. Воу-воу-воу. Да, я снимаю намного больше, кстати, атаками. Тут прям заметно. Как она... Нет! Фиг. Просто я увидел ее голую спину и не смог победить. Вот это все. Сломал ее одежду, порвал ее одежду. Понимаете? Ничего вы не понимаете. Кого я обманываю? О-о-о-о! Интересно, Грох, наверное, по сюжету злодей какой-нибудь, мне кажется. А может и нет. Я думаю, что да. Скорее всего. Какой-то новый персонаж, его раньше не было в предыдущих частях. Извиняюсь за кашляние и тому подобное, но я что-то... Сейчас, походу, с горла. Бум-бум! Победа захватом. Как тебе такое, Илон Маск? Очень необычно, что 3 раунда, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, заговорился и соснул. Хорош. Да он меня прессует. Ой, что-то я еще... Ох, надо водички попить, походу меня кто-то вспоминает. Стой, не горячись. О. Итак, уроки боя. Ай. Как интересно, у нее было преимущество. Но я его сейчас лишу ее. Только процент 40, наверное, снимает. 30, наверное, даже. Да хорош. Воу-воу-воу. Оп-оп-оп-оп. Нет. Успокойся.
Блин, она такая дерзкая просто, вот. Супер динамик энтри! Это мне не помогло. Я пока не сильно понимаю, что дает этот режим, но я думаю, он усиляет меня. Логично, да? Ничего себе, я ее недооценил. Я думал, с ней будет тяжелее. Ой, я бы думал, с ней будет легче, потому что там уже и Найтмар был, и Тина, ой, Тира была, и, блин, и кто-то еще был. Погнали. Ай. Воу. Блин, она так много уже снесла, просто вот. Она очень резвая. Бум. Воу, я не мог двигаться и отшатнулся. Она просто дичь. Смотрите, как она просто долбит. Я еще, конечно, да, не особо освоил персонажа, но бед она резкая. Просто вот, знаете... Да, я открылся, я сам виноват. Я пытаюсь. Квадрат. О, треугольник. О, нет, что-то видать. Нолик. Опа, я победил. Давай. Оп. Красавчик. Побед? Нет, еще не победил. Еще один удар, по-моему, есть. О, победа. Ух, победа супер ударом. Четко. Ладно, погнали сразу. Не сказать, что легко, реально напряжно, но весело. Прям очень круто. Есть. Погнали. А! Так, хрен тебе. Нет! Нолик. Нет. Что-то пошло не так. Только не выкидывай. Комбо! Все, это конец. Жестко. Прям как в этом, как в аниме. О, это так мило в конце. Просто шучу. Блин, мне захотелось ей поиграть теперь. Я хитинг, но она прям вообще жесткая. Давай, бумно. Начнем с ослабления. Это Икстерей местный. На R2 делается. И супер сила. Да блин, нет. Я думал суперсилу активировать, но я пока что-то не понял, как ее активировать. То ли R2 вверх нажать, или что-то такое вот. Она перевела удар и сделала супер удар. Офигеть. Опа. Как тебе такое? Треугольник. Я нажал на... О! Уи! И тоже упасть. Это все время, это прикол такой. Наверное, с людьми еще веселее сражаться. Нет, на высоком уровне сложности прям очень круто играть. Прям так захватывает. Вот реально, когда уже такой понял примерно, как играть, уже начинается очень весело, очень круто. Такая механика, ну, глубокая, реально. Боя. Оп. О, как я меня попёрл-то. Давай. О, детки, я победил ее. Прям, слушай, попёрло меня. Такой прям мега пафосный чувак, прям. Блин, четко. Зашибись просто, вот, огонь. Игра 10 из 10. Нет, ну среди файтингов она очень прям крутая, реально, ребят. О, Йошимитсу. И
Йоши-мицу! Йоши-мицу! Йоши-мицу — это прикольный персонаж. Кто не знал? A merchant ship replete with riches attracts more chaos than customers. Так, новая арена. Сейчас я почищу твою карму! А что не имеет только моя миссия, но не ты? Кто такой Йоши-мицу, я до сих пор не понимаю. Он везде разный абсолютно. Он какой-то древний дух, может, хрен знает. Серьезно, сколько этапов? Вот сейчас 6-й этап, да? То есть... Сколько их, 10? Или нет? Он поглотил мою энергию. И, кстати, такой пока что кажется легким, пока что. Поглощает, по-моему, вот эту энергию суперудара. Фу. Он больше непредсказуемый в атаках просто. Ай-яй-яй-яй-яй! Тихо-тихо-тихо, Йоши-мицу, блин. Как делать этот брейк удара? Реально интересно. Пока не понимаю, но... Ух ты! Вау-вау-вау! Как это было эпично! Как эту мега-комбошку против меня провернул. Вот я снова его вниз, R2. Ага. Значит, может, вверх попробовать? Чтобы в адский режим войти. Нет. Я так не думаю. Оу. Ой-ой-ой-ой. Опасность. А, он просто в режим вошел. Ладно. Скоро он закончится. Ё-моё. Как он меня прям... Да успокойся. Прям знатно так меня потрепал, ребят. Я думаю, что я защиту вовремя успел использовать. Он попал. Бум. Ролик. О, о, квадрат. треугольник. Ай! Бум. Хэдшот. Давай, если не буду, просто проиграй мне. Йоши-мицу был в текене, да, вы не путаете, ребят. А, запинал его, запинал. Вот так вот. Вот так вот. Круто. Особенно Дейдер 2, не один. Не забывайте. Птичка, сделал тебя угрозой. Блин, конечно, пока что вступление и эндинг немного хотелось бы, чтобы разнообразней было. А то он, по сути, одно и то же говорит. Так, 7-й этап у нас Софити. Окей, хорошо. Я такой прям пафосный, такой... Нет, перцы сделаны просто на наивысшем каком-то уровне. Darkest Shadow. Темнейшая тень. Опять одинаковое вступление. Я в порядке, у меня получится. Софития — это знаменитый уже персонаж. Нет. Ах ты. Пнуло, да? Так, значит. А как тебе такое, а? Бум. Нет. Нет, открылся. Ладно. Снова открылся. Ай-яй-яй. Нифига. Я пару атак буквально сделала, и мне снесло больше, чем я ей. Нет. О, да. Я думал, я не выиграю в этом батле.
Тут идет как, объясняю, чичифо, то есть либо квадрат, либо треугольник, либо нолик. По-моему, квадрат перебивает нолик, и треугольник что-то еще перебивает. Ну, логично. Да блин, хорош, хорош. Где мой супер удар? Ладно, я понял, это не мой раунд. Хорошо. Это не мой раунд. Погнали дальше. 15 минут, ничего себе. Я уже играю. Ай-яй. Ай-яй. Эй, хорош. Хорош, хорош, хорош. Там комбо в воздухе, это прям вообще огонь тут. Ай-яй-яй. Я падаю, падаю. А теперь моя очередь. Бомбо, хэдшот. Скарлетт Свинг. Блюнька, блюнька, блюнька. О, трусики. Цените трусики, останавливайте. На том моменте, можете вот сейчас остановить, но... Белые. Ладно. Ай! Ай-яй! Больно вообще-то, ребята. Как тебе такое, а? Так вот, а так. Нет-нет-нет, только не опять вот такого. Блин, запомните, мне просто поднимаешь воздух и фигачишь вот этой штукой. О, я остался в живых. И удача! Но это не, меня не спасло. Там мой пукан на заднем плане загорелся просто. Не обращайте внимания. Вверх. Р2, да? Угу. Ой. Крамбл! Крамбл! Пока у меня есть преимущество. Так. Супер удар. Ой, не супер удар. Супер режим. Ну чё? Исчезни, это не представляет для меня угрозы. Она только что тебя чуть не отпиздила, и она не представляет тебе угрозы. Но ты, чувак, прям такой странный. Чё тебе сказать? Босс? Не босс? Я уже жду босса, там, финала какого-то. Грох versus грох. Ну ладно. Просто интересно, как бы, что будет дальше. Ну ладно. О, да. Это Ведьмак, ребят. Это музон из Ведьмака, крепость Ведьмака. О, четко вообще прям. Погнали. Ты типа не тру, бро. Я тру, бро. Прям. Ну эпично, эпично. Кто скажет, что было не эпично, ну блин, ну, ребят. Серьезно. Ай-яй. Нет. А если я? Нет. Чувак, узбогойся. Бум! Сказал он мне, когда ударил меня по лицу. Ладно, погнали дальше. Ух, неплохо. А как тебе такое? А так? Не могу, музон нравится. Блин. Понятно. Получай. Один удар ему оставить, по-моему. По моим расчетам.
Да. Два! Не повезло. Мое отражение очень суровый противник, ребят, хочу вам сказать. Прямо... Прям очень жесткий противник. Король моих противников. Погнали. Ой. К этому тоже надо быть готовым. Оп-оп-оп. Лети. Ой, ой, сейчас сам полечу. Нет. А вот так вот. Нет, 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 нет. Удача. Удача. Я прям на краю стоял. Я думал, я упаду, честно, пару раз. Прям... Королевская удача. А! Хорош. Он прям реально нормально так долбит. Нет! А так? Бич! Как тебе такое, а? На-на. Круто, 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 просто. Крутяк зашкаливает этого боя. Нет, 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 нет. Ах ты. Блин, блин. Будет жестко. Да, из последних сил, ребят. О, прям. Просто что-то стоял. Может, он такой. Я думал, ты умрешь. Нет. Я буду тебя вот так вот. Не подходи ко мне. Ага. Самое главное, не спешить. Нафиг. Да. Я победил сам себя, и это было очень тяжело. Это самый, наверное, такой напряженный был бой. Но было, честно скажу, очень... Очень круто, прям. А, все? Я был последним боссом для самого себя. Это было превосходно. Вот такая вот игра, собственно, Soul Calibur. Мне выпал, наконец-то, кстати, первый трофей. Время прохождения 20 минут. Естественно, вы увидите не все. Ура, у меня есть очки душ. У меня есть теперь... Можно миссии там, Хроника душ, да, естественно, сетевая игра. Ну что, ребята, с вами был Дейдара 2. Вы видите, вон сетевой идентификатор. Можете добавлять меня в друзья, можете подписываться, ставить лайки. Или как-нибудь поддержать меня денежкой. Я, наверное, напишу там карту Промсвязьбанка, допустим. Это очень поможет мне сейчас реально. И всем бай-бай, ребята. Ту-ту-ту-ту-ту.